Всем привет, господа нажиманы. На позапрошлой неделе китайцы нас не шибко радовали ножевыми новинками на Алиэкспресс, а вот прошлая неделя оказалась весьма урожайными на знатные ножички. Поэтому продолжаем славную традицию обзора топовых ножевых новинок. Топовых — это, на мой взгляд, конечно же, с площадки Алиэкспресс. И открывает нашу сегодняшнюю подборку Nine Thorn M390. Ну, про Green Thorn мы все слышали, а вот как насчет Nine? Да, я, конечно, люблю более практичные ножи, но и чувство прекрасного мне тоже не чуждо. Кто-то, впрочем, обзовет это цыганщиной и безвкусицей, но лично мне сии персидские мотивы показались красивыми и интересными. В общем, как говорится, зашло. А особенно понравилось мне исполнение и цвет титановой рукояти. На почти 90-миллиметровом клинке, кстати, стоит сталь М390. Китаец клянет своим «мамой клянусь», вот так у него прямо написано в описании, можете говорить проверить. Кстати, о практичности. Если долго вглядываться в фотографию этого ножа, то он покажется вполне себе рабочим. Хэлла Гадис. Богиня Гадис, да, правильно, богиня Хэлла. В общем, богиня, судя по всему, сделана по мотивам, ну, а может и полностью скоммунижена с какого-то из макротеков. Только с какого я не нашел, да и, честно говоря, особо не искал. На фотках продавца, я вам скажу, на Алике выглядит нож, откровенно говоря, дерьмово. Поэтому просите выслать либо хорошие фото, а лучше видео, на которых ножик предстает во всей своей красе. Приятных видов фронталочка двойного действия с легальным 78-миллиметровым клинком из стали Д2. Не очень, кстати, люблю фронталки и кинжалоиды, постоянные зрители это знают, но это мне понравится. Ногти G12. Ног — это необычно оригинально и качественно. Именно так я расшифровываю для себя имя этого бренда, который делает именно, по моему мнению, такие ножи. Обзор одного из них, кстати, у меня есть на канале. Вот и на прошлой неделе они выкатили оригинальные и, думаю, что качественные кинжалоиды. Очень хороших размеров, к слову сказать. 98-миллиметровый клинок из стали 440C в стальной же рукояти с накладками из G10. А что ж тут необычного? Ну, во-первых, присмотритесь к той модели, которая без подпальцевых упоров, а во-вторых, к стоимости самого ножа. Sanrenmu 7315. Яркие, позитивные, складные, но небольшие. Длина клинка этого ножа, изготовленной из стали 12C27 Sandvik 74 мм, это кинесмуки от китайской компании Sanrenmu. Кстати, клинок на этой красоте обещает быть очень резучим. Спуски от обуха, толщина в 2,5 мм просто обязывают его быть таковым. А еще мне понравилась глубокая, оригинальная, быстросъемная конструкция клипса. Минус у этого ножа — двурукое открывание, ну и отсутствие вменяемого замка. Slip joint я замок не считаю, господа нажиманы, клянусь вот этими вот чуть ли не отрезанными пальцами. Sanrenmu 7228. Ну а вот это, господа нажиманы, определенно топчик сегодняшней подборки. Этот нож я ждал с момента его появления и сразу же заказал его в лимонно-желтой версии. Красивый, оригинальный, легкий, 77 всего грамм, небольшой, длина клинка из стали D2 69 мм. И, на мой взгляд, ну вот если отсюда туда смотреть, определенно работяжка. Широченный клинок с высоченными спусками и очень крутым брюхом. Я уже не говорю про замок, если не один из самых надежных, то это точно один из самых нажиманских для пощелкать. Очень красивый, классный дизайн, удачно вписанная в дизайнный функционал шайбы открывания. Долго, господа нажиманы, на него можно смотреть вечно, чем вот периодически и занимаюсь в ожидании ножа. И, кстати, этот нож не обошло новое оригинальное техническое решение с клипсой. Она такая же, как и на предыдущем ноже, быстро съемная, снимается без каких-либо инструментов и должна перекидываться с одной стороны на другую. Ну, вот такая вот подборочка, на мой взгляд, интереснейших ножей новинок ушедшей недели. Как вам ножи? Пишите в комментариях, я с нетерпением буду ждать мою свеженькую ножевую покупочку, а вас с таким же нетерпением завтра жду на канале для просмотра свежего обзора. На этом у меня все, оставайтесь на канале, всем пока!